Всем привет! Сегодня я расскажу, как покрасить свой автомат в камуфляж CryptoEcnomad. Для этого нам потребуется краска. Я использую аэрозольную краску из серии Montana Black. Трафареты. Перейдя по ссылке на экране, вы узнаете, как их делать. Также нам пригодится грунт, лак, обезжириватель, маляжный скотч или изолента, ватные диски, канцелярский нож, набор шестигранников и отвертки. Если вы не уверены в своих силах, лучше сначала практиковаться в покраске на предметах, которые не жалко. Приступаем к работе. Подготовка к покраске. Для начала я демонтирую элементы обвеса. Некоторые из них я окрашивать не буду. Далее следует заклейка тех деталей элементов автомата, которые окрашиваться не будут. Используем малярный скотч, изоленту и канцелярский нож. После подготовки следует обезжиривание окрашиваемой поверхности. Тут нам обезжириватель с ватными дисками пригодится. Автомат обезжирен. Что же дальше? Дальше грунтовка. На мой взгляд, грунтовка все-таки обязательна, если вы хотите прочное и равномерное покрытие краской. После высыхания грунта наносим цвет подложки. У нас это будет цвет гоби. Также стоит хаотично задуть примерно 20-30% поверхности автомата краской Ivory. Я этого в спешке не сделал, а надо было. Ожидаем высыхания краски. Теперь мы можем наклеить наш трафарет. Наверное, самое трудоемкое занятие из всего цикла покраски. Для покраски данной М16 я использовал 4 трафарета формата А4. В описании к видео я размещу ссылку на шаблон, вдруг кому пригодится. We'll be right back.
Совет на клин. Продолжаем покраску. Задуваем все цветом айвори. После высыхания я наношу цвет пан, покрывая примерно 30-40% автомата, также хаотично. Плюс ко всему этому, там где мы цвет пан не наносили, выборочно обклеиваем малярным скотчем небольшие участки ячеек и закрашиваем их тем же цветом. В итоге должно выйти как-то так. Ждем высыхания. Теперь можно снять трафарет и вернуть на место обвес для покраски. Обвес, кстати, тоже частично покрашен. Возвращаем на место обвес. Заключительный этап покраски. Тут мы наносим последовательные краски Ivory, Frape и Pan, так чтобы они легли друг на друга, так как это показано в видео. И в заключение автомат обрабатываем лаком для закрепления краски. Ждем высыхания. Снимаем остатки малярного скотча. Автомат готов. Если данное видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк. Я буду признателен. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока.